Всем привет, дорогие друзья, это Сова. И мы с вами продолжаем плавать на подводной лодочке под названием Циклопский и заниматься всякими интересными вещами. Сейчас я хочу перевести Циклопа, в общем, дать ему первый модуль. Для этого мне нужно будет рубина. Рубины я даже не знаю. Короче говоря, здесь я их буду собирать или не здесь я их буду собирать. В общем, хочу, короче говоря, немножко разнообразить нашу базу, перетащить большинство ингредиентов сюда. И дальше уже на Циклопе совместно с Крабом, соответственно, изучать дальнейшие окрестности. Единственное, что пока мне кажется очень проблематичным, это то, что я пока не знаю, как его полностью загрейдить. То есть мне на него нужны еще всякие дополнительные штуки, которые я никак не могу нигде получить на данный момент. То есть я не знаю, из каких мест они достаются, поэтому хер его знает. Но у меня есть такое предположение, что мне имеет смысл теперь уже вот на такой подводной лодке и прочее сплавать примерно куда-то туда, где мы с вами искали тогда... Да кто там бьется постоянно об корпус? Где мы с вами тогда искали пропавшую капсулу, последнюю, которую мы там не нашли. Вот где-то там, возможно, я, конечно, не знаю, мы найдем что-нибудь интересное. Ой, так, теперь здесь. Теперь здесь мне нужен изготовитель. Для того, чтобы сделать здесь изготовитель, мне нужен золотой образец пластинчатый. Так, ну что ж, пойдемте. Пойдемте потихонечку займемся этим делом. Так, где там у меня база-то? Вот она у меня база. Нам нужно сделать по максимуму автономную систему себе. Чтобы мы могли на этой подводной лодке спокойно плавать и ничего нас особо не парило. Еще я, конечно, хочу протестировать торпеды. Это прям вообще очень мне хочется сделать. Но для этого мне нужно найти этот магнетит, который я хер узнаю, где искать. Чего я, кстати говоря, сейчас ищу? Ничего? Ну, здесь магнетит он тоже искать не может. Да, вот горячую зону здесь найти может, золото может, все что угодно может, а магнетит не может. И, конечно, краб это здорово, но краб очень, блин, уязвимая все-таки штука. В общем, тяжело как-то все, ребята, тяжело. Так, золото мы должны с собой взять. Так, золото мы должны с собой взять. Мы должны с собой взять еще, наверное, алмазы для того, чтобы кое-что там сделать. Образец пластинчатый тоже. Так, ладно. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы создать там хотя бы базовые вещи. Мне нужно создать там... О, стоит винтовка, кстати. Микросхема, батарея, магнетит. Замораживает физические объекты. Да, стоит винтовку, это я прям хочу. Я буду прям с ней бегать и стрелять. Ну, по крайней мере, как мне кажется. И заодно можно будет кое-что изучить. Так, ладно. Стоять с винтовкой это все здорово, конечно. Но мне нужно сначала что-то более насущное. Так, модификационная станция. О, ласта-зарядка. Обеспечивают зарядку ваших инструментов во время плавания. Но полинеолин вот нужен. Короче говоря, нужен полинеолин. Где взять полинеолин, непонятно. Ой, так, погружение мотылька, это все прекрасно. Вот такие вот штуки мне еще нужны. Бензол я потому что могу сделать. Да, это по идее я могу, наверное, тогда цепляться крабом за эти самые, за что-то там. Так, бур костюма краб, торпедная установка костюма краб. Но это я даже не знаю, с кем надо сражаться на костюме, чтобы это все помогло. Ну, с левиафаном, естественно. Так, это камера приманок. Плохо, что циклоп не может стрелять. Это прям вообще печально. Генератор щита мне тоже нужен, но я пока не могу. Вот и вот такая штука мне нужна. Это модуль глубины погружения циклопа. Так, я сейчас пополню. Без проблем. У меня тут есть чем пополнить. Так, сколько у меня тут места? Я могу все, две штуки все могу сажать. Раз, два. А, нет, три могу. Раз, два, три. Так, грызись.
Раз, два, три. Так, еще грызись. И, наверное, сейчас он того. Ну да. Он того, один мы грызем, а второй мы сюда запихиваем. Так, прекрасно. Блин, я оба сгрыз. Ладно, мы тогда вот этот сейчас сюда запихнем в качестве... Да, все, пусть растет. Так, есть такое дело. Это мы сделали. Теперь надо взять с собой воды. Где у меня тут вода? Угу, как раз он мне тут воды нахреначил, аж две штуки. Так, две воды, это прекрасно. Две воды, две соли. Так, соль мне как раз не очень сильно нужна, хотя, в принципе, я могу и засолить рыбёхи. У меня рыбёх всего одна осталась. А, в принципе, нафиг мне это нужно, у меня там пальмы растут. В общем-то, мне это уже не так критично. Так, мне нужно три рубина для того, чтобы это сделать. У меня прям с рубинами недостаток. Прям рубины мне очень сильно нужны. А, кстати, три рубина у меня есть. У меня есть три рубина. Так, а если у меня есть три рубина, значит, мне нужно сделать пласталевый слиток. Мне тогда нужно еще два лития. Так, раз литий, два литий. Так, раз литий, два литий. И мы тогда сможем... Что я могу сделать? А, ставить винтовку. Но это потом. Сначала титановый слиток. Потом из него пласталевый слиток. Так, есть такой пласталевый слиток, три рубина и что-то еще мне нужно было для того, чтобы сделать все. Модуль погружения циклопа. Дайте-ка пойдем попробуем сделать модуль погружения циклопа. Где у меня циклопа? Вон она, циклопа. Так, циклопа, циклопа. Так, все системы активны, это прекрасно. Так, где-то там вот вдалеке у нас есть штука. Да, вот он, модуль. Модуль погружения 1. Он мне в любом случае нужен. Так, а доступ к модификациям у нас с другой стороны. Так, вот у нас модуль погружения 1. Так, текущая критическая глубина 900 метров. Все, теперь у меня глубина погружения подводной лодки полностью совпадает с глубиной погружения циклопа. То есть теперь я могу на 1000 метров... Нет, на 1000 не могу. На 1000 не могу, а на 900 могу. То есть я могу теперь найти лабораторию, по идее. Чисто гипотетически я могу это сделать. Не знаю, получится у меня или нет. Но в теории сделать я это могу. Так, теперь я хотел бы сделать... Мне хватит на изготовитель? Так, водочную станцию я сделать не смогу здесь. Консоль правильного транспорта, биореактор тоже не нужен мне. Так, внутренние модули. Изготовитель. Так, вот здесь мы сделаем себе изготовитель. На случай, если нам надо будет что-то срочно сделать. Так, великолепно. Так, изготовитель у нас присутствует. Так, где-то я здесь делал, по-моему, шкаф. Нет, шкаф я еще нигде здесь не делал. Ну, сейчас, значит, сделаем. Так, для этого мне нужен кварц. А кварц у меня... Так, вот здесь я могу получить доступ к этой штуке. А, ну, в принципе, не так, чтобы и много, на самом деле, он может с собой носить. Но приятно. Эту фигню мне вообще надо выбросить просто-напросто. Так, теперь я могу сделать здесь большой шкаф. Да, могу же я сделать большой шкаф. Мы даже сделаем большой шкаф где-то вот здесь. Нет, здесь мы не можем. Где бы делать большой шкаф-то? Ну, вот здесь сделаем большой шкаф. Так, сделали здесь большой шкаф. В этом большом шкафу мы можем хранить всякое. Так, потихонечку база у нас переезжает на подводную лодку. Так, титан, хорошо. Титан мы с собой заберем. Делаем из него... Нет, мы пока ничего из него делать не будем. Так, у нас есть просто титан, который мы просто сюда положим. Золото, алмазы, всякую хрень. Нет, алмазы и золото мы, кстати, возьмем, они нам сейчас будут нужны. Теперь я хочу сделать некоторые улучшения для моего... Так, следующее я не могу сделать. Это я не могу сделать, это я не могу сделать. Это я могу сделать, но не знаю зачем. А, это для того, чтобы мне пускать приманку, короче говоря, отвлекающую хищников.
Наверное, одну приманочку перед тем, как я отправлюсь дальше, надо будет все-таки сделать. Так, теперь я хочу загрейдить моего товарища. Для этого мне нужен будет... Так, бур, костюм. Вот бур мне нужен по-любому. Мне для этого нужно 4 алмаза, литий и титан. Есть ли у меня это все? Вот в чем вопрос. Сейчас мы об этом узнаем. Так, покидаем циклоп. 4 алмаза. Лить... Блин, куда я поплыл-то? Лить-то у меня точно есть. Еще. Ну вот насчет всего остального я не уверен. Так, здесь у нас кварц, здесь у нас всякая фигня. Так, ну вот титан отсюда, допустим, можно взять, он все равно пригодится. Алмазы. Так, раз, два, три. 4 алмаза есть. Что там еще-то нужно? 4 алмаза, литий и 5 титанов. Так, раз, два. Это у нас получается 5 титанов. И... Что, литий закончился? Нет, литий еще есть. Так, а где это у нас? Это у нас модификационная станция или это у нас... Нет, это не модификационная. Это мы просто его создаем. Так, набор нам хватает. Теперь нам нужно еще на руку захват. Это очень полезная штука тоже. Сюда нужен будет еще один литий, еще 5 этих. Так, у меня, походу, проблемы с литием, судя по всему. Да, серебряная руда, лития у меня нет. Так, и здесь у меня лития нет. Хорошо. Нет, хорошего, конечно, ничего. Ну, а, нет, вот есть еще литий. Еще один литий есть. Так, хорошо, тогда пока живем. Но за литием надо будет сделать экспедицию сейчас. Так, еще один литий, бензол и расширенный комплект проводов. Так, бензол. Бензол. Бензол у нас делается из... А, просто из 3 масляных орехов. Так, располагаем такими ребятами. Так, где они у нас? Вот мы их как раз тут нахреначили. Раз орех, два орех, три орех. Так, здесь у нас этих орехов вообще дохренища. Так, это хорошо, что они здесь растут. Так, дальше читаем. Хотя, в принципе, что мы читаем, пойдем сделаем пока бензол себе. Так, ресурсы, дополнительные, бензол. Так, нахреначили себе бензола. Здесь мы красавцы. Теперь нам нужно что-то еще. Что там мне нужно было? Расширенный комплект проводов. Во-первых, нужен комплект проводов из серебряной руды, которая у меня должна быть. Вот их у меня 2. Из нее мы создаем себе электронику, комплект проводов. Теперь мы берем и создаем себе расширенный, из микросхемы еще нужно. Так, из золота, медного провода и пластинчатого коралла. Все это у меня должно еще быть. Так, все это у меня должно еще быть, но вообще за этим всем уже походу пора ехать. Так, золото у меня еще есть. Медный провод у меня есть. И образец пластинчатого коралла у меня тоже должен быть, вот он. Еще за одну медь возьмем, еще одно золото. Так, из этого ерунды мы можем... Нет, не можем. А, 2 пластинчатых коралла. Все, не забываю, господи. Так, пластинчатый коралл еще есть. Так, из этого мы теперь создаем микросхему. Из этого создаем расширенный комплект проводов. И теперь нам, по идее, должно хватить. Надо только с титаном не просчитаться. Так, где у нас эти штуки прекрасные? Так, сюда 5 титана, сюда 5 титана. Литий, литий, 5 титана, 5 титана. А титана у меня с собой всего 5. Значит, нужно еще 5 титана. Которых, кстати говоря, нет. Надо вот такую штуку взять и переделать ее. Эй-эй-эй-эй! Бля, ну как все не вовремя-то, а? А здесь есть титан? Блин, и здесь нету. Ну, естественно, здесь тоже нету. Ладно. Окей, хорошо, ладно, ладно. Я не гордый. Я сплаваю вот сюда. Здесь у меня энергии ни на что не тратится, поэтому здесь ее должно быть дофигища. Что там, кстати говоря, с радио? Радио молчит. Короче говоря, пока я не найду, что нужно по сюжету, видимо, оно так и будет молчать. Так, титан, да, мы делаем. И теперь, по идее, мне должно всего хватить...
Что ты там хочешь сделать мне? А, все понятно. Теперь, по идее, мне это должно хватить на модификацию вот в этой штуке. Так, теперь мы здесь должны создать на нашего товарища обесточено. Да, мы создадем здесь на нашего товарища, но только когда наступит... А че это дымится? Это я не понял. Реально, а че это дымится? У меня покоцанный, что ли? Так, где у меня ремонтный инструмент? Ну... Состояние 60%. А че не могу... Не-не-не-не-не, стоп. Я не хочу отсюда выходить. Да елки-палки. Я хочу тебя починить. О! Так, ладно, ты мне все равно, конечно, будешь нужен, но я просто хотел тебя починить, в общем-то, на самом деле. Так. Ну чего, мы должны ждать, пока у нас запустятся все системы. Для этого мы подождем, пока, собственно, рассветет. А пока займемся вещью, которую я уже давно не делал. Это просто постоим и посозерцаем. Кстати говоря, Аврора до сих пор горит. Хотя, по идее, мне говорили, что радиация со временем исчезнет. Когда я ее чинил, но что-то ничего не меняется. Ладно, ждем. Так, ну что, у нас вроде как рассвет. Но сообщение о том, что все системы в норме, я еще не получал. По всей видимости, энергии не хватает. Надо еще... Да, есть, конечно, две солнечные батареи жалкие. Конечно, нужно прям собраться с мыслями и сделать, чтобы... Так, зарядил? А, нет, в принципе, нормально. Смотрите-ка. Так, костюм краб. Рука захват. И бур. Так, это прекрасно. Теперь мы с этим совсем добром можем подняться на подводную лодку на нашу. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, поднимаемся на подводную лодку. Спасибо. Прекрасно. Так, здесь у нас всякая хрень растет. Так, где у нас доступ к улучшениям? Так, доступ к улучшениям. Раз. Два. А я могу бить теперь? Надо протестировать это. Надо это прям совсем протестировать. А то я их сюда поставил. Это, конечно, здорово. С одной стороны. Так. Ну-ка. Так. Так, а ты только к каким-то определенным вещам притягиваешься? Ну, допустим... Так. Ну-ка, иди. Так, а это что такое? А, ну это понятно. Это бур, который добывает всякое. Так, вон, допустим, птица плывет. Нет. Какая-то нахрен птица, это рыба. Так, вот рыба. Так, это я не понимаю тогда. А буром можно атаковать? А то, может быть, я теперь утратил способность давать леща. Ну-ка. Да, буром атаковать можно. Так, а притягивать рыбу можно? Ну-ка, рыба. Как это должно мне помогать перемещаться по местности? Вон оно что. Все, нормально. Его надо зажимать просто. Так, ну допустим. Насколько тебя хватает? Ненамного тебя хватает. Я, допустим, хочу присоседиться вот к этой штуке. Так, я могу это сделать? Ну давай, давай, открывай мне. Так, ну, в принципе, да. То есть, ладно, у меня теперь есть бур для атаки. То есть, буром я могу просто бурить. Состояние 65%. Это он у меня что, поврежден, что ли? Да, он, походу, поврежден.
То есть меня все-таки на какой-то этот самый, меня насандалили, да, немножко по щам? Да, ремонт нужно сделать. Да, несмотря на то, что он очень прочный, видите, оказалось недостаточно. Причем, смотрите, сколько нужно ремонтных усилий для того, чтобы его сделать. Хм. Так, ладно, я понял. В принципе, это хорошо. То есть у нас получается довольно прикольно. Теперь с этим буром мы можем пойти, кстати говоря, в ту пещеру и надыбать там всякого. Там можно надыбать золото огромное количество, еще там каких-то прикольных вещей. Короче, это прям классно. В ту пещеру, в которую я говорил, что я больше не пойду. Именно в нее мы можем сходить. И там из залежей насобирать всякой ерунды. Но вообще, по-хорошему, нам с вами надо еще посетить одно интересное место. Нам нужно вернуться на остров. Во-первых, там где-то вблизи, с такой дальностью, мы можем на 800 метрах таки найти эту херню, которую мы с вами должны найти, эту лабораторию по исследованию болезни. То есть она прям у нас уже где-то должна быть. По идее, конечно, может быть, сначала ее имело смысл найти на мотыльке, а потом туда приплыть. Может быть, так надо, конечно, было сделать, но я хер его знает. Вот единственное, что я думаю, что надо сделать перед тем, как я туда пойду, это приманку, хоть одну. Вот как ее сделать, где она у меня? Система периметральной защиты. Вот по циклопу у нас, короче говоря, особо ничего нет. Пожаротушение, это когда нас будут нападать, я даже знаю кто. Гидролокатор у нас тоже неизвестен пока, нам его надо где-то нарыть. Модуль глубины погружения мы уже один сделали. А модификационная станция, давайте посмотрим. Чтобы сделать второй модуль погружения циклопа, нам нужен никель. И третий, я даже не знаю, сколько он будет погружаться, когда мы это все сделаем. Так, модуль погружения костюма краб. Нужен вообще кианит. Что это за херня, непонятно. Так, что это за херня, непонятно. И инопланетная арка, инопланетная вентиляция, данные терминалов, схема охранной платформы, это все понятно. Код ключи, журнал операции, данные по инопланетянам, артефакты. Это инопланетное ружье, я хочу, не знаю, где его взять. Так, инопланетная вентиляция требуется дальнейшее изучение, не знаю, как это изучить. Может быть, камерой туда можно заплыть? Но, наверное, вряд ли. А, кстати, реально, может быть, можно. Так, коды операции — это не то. Общедоступные документы — это тоже не то. Где-то там были эти самые... Господи. Данные сканирования... Нет, не данные сканирования. Как мне посмотреть, где там что находилось? Так, твердотельный на компьютер, схема платформы, геологические данные, набор для выживания, передовые технологии, чертежи. Где же это было-то? Коды и ключи. А, вот расположение инопланетных комплексов. Глубина 800 метров. Система пещер с обширными ископаемыми останками к юго-западу от охранной платформы. Глубина 800 метров к юго-западу от охранной платформы. Цель — синтез антидота. Теплоэлектростанция, я до нее не могу добраться. Святилище, данные повреждены. Ну, то есть, прям первая фигня, которая мне должна дальше идти по сюжету, это вот это. То есть, по идее, я могу ее сейчас найти. И, в принципе, я ее, наверное, сейчас как раз и начну искать. Единственный момент, мне нужно сделать хотя бы одну приманку на случай, если мы там встретимся с каким-то уродом. А чтобы сделать хотя бы одну приманку, как бы только теперь найти где, потому что приманки я делать могу, но я так как ни разу еще не делал. А вот приманка для существ. Блин, комплект проводов нужен для того, чтобы сделать приманку для существ. А комплект проводов у нас делается из серебра. Ну, в принципе, можем себе такое позволить. И заодно мы там как раз будем проплывать и высадимся на остров. И на острове заполнимся... А, здесь, кстати, вон хранилище до хрена. Я забыл даже совсем об этом. Да. Можно было шкафы не делать. Ну ладно, фиг с ним. Сделали и сделали.
Так, вот это мне с собой не пригодится, я так думаю. Короче, все, что нам нужно, это краб для того, чтобы делать всякую дичь. И, в принципе, подводная лодка для того, чтобы краб перевозить. Так, титан и комплект проводов. С титанами у меня чего? С титанами у меня тоже все плохо. Титан мне надо будет собирать, но это я сделаю вне записи, потому что смотреть на запись. Как я бегаю и собираю металлолом, я думаю, никому нахрен не интересно. Так, из электроники я могу сделать комплект проводов. И из всего этого дерьма я могу сделать только не здесь, да? А, нет, здесь. Приманка для существ. А, ее сразу три делается. А, ну окей. Тогда ладно, раз ее делается сразу три, значит, в принципе, даже неплохо. Так, приманки для существ. Так, соответственно, это дерево у нас еще растет. Вот это у нас уже не растет, мы его сейчас пожрем. Блин, хорошо, что не надо плавать за рыбами больше. Это прям вообще. Так, это мы тоже сейчас сожрем. Ну, как бы это мы жрать не будем. Все. Так, ты расти. С водой, в принципе, я даже не знаю. Мне воды, по идее, столько даже теперь не нужно с собой. Вот эта херня мне тоже не нужна. Мне вообще ничего не надо, по факту. Так-то, если подумать, мне вообще очень мало чего нужно теперь. Так, поднимаемся наверх. Так, поднимаемся дальше наверх. Сейчас мы поплывем к экранной платформе, а потом спустимся вниз. И я даже не знаю, что там встречу. Я думаю, что ничего хорошего. Сначала, наверное, заплывем на остров. Набьем там себе тюки всяким серебром, золотом и другими драгоценными металлами. Так, сюда мы загружаем приманку. Так. Ну, кстати говоря, судя по всему, мне их нужно несколько для того, чтобы отманивать. Но для того, чтобы улучшить приманочную, мне нужно, что... Лития у меня нет. Все это на острове, короче. Эта вся фигня ждет нас на острове. Так, у нас тут есть собственное хранилище, в которое мы, соответственно, положим оставшиеся приманки, титан. Так, радиомаяк мы туда положим, наверное. Нет, радиомаяк с собой возьмем. Так, столько воды мне сразу не пригодится. Только аптечек мне тоже не пригодится. Я просто не переживу. Сигнальными ракетами я не пользуюсь. Лопаточника надо просто, блин, выбросить. Так, обеззараженная вода. Я ее просто выпью. Все, инвентарчик мы себе неплохо освободили только что. Так, лопаточника мы выбрасываем. Спасибо, спасибо. Ну что ж. Пришла пора двигать и искать лабораторию. Так, для этого нам нужно развернуться. Или, конечно, можно туда вот за ресурсами сплавать, но нет. Так, система очистки воды инопланетян. Нифига себе, где ее нашел. Оказывается. Да кто там? ¿74%? Подождите, 74%? Целостность корпуса 74%? Или это... А, это энергия 74%? А, господи. Так, а кого ты там увидел? А, ты там, наверное, увидел сушу, да? Чё-то я не двигаюсь никуда. Что такое? Я что, запутался, что ли? Чё-то я вообще не понимаю. Так, стоп. Что произошло? Я же не мог запутаться в водорослях. Ну да, если бы я запутался в водорослях, это было как-то тупо. Так, ладно, не туда мы с вами плывем. А как мне запустить приманку, если вдруг надо... А, вот все, вижу. Так, ладушки.
Плывем сначала на остров. Да, еще цвет как-то не очень. процента, да, надо набрать себе всяких ресурсов и придумать, что такое, что ты видишь-то постоянно. Наверное, этот самый, наверное, сушу, я так думаю. А где у нас остров? Остров у нас вон там. Так, главное на мель не сесть. На мель сесть было бы неприятно. Так, вот у нас остров. Оттуда мы сможем сплавать к охранной платформе. Ну, для начала нам надо просто всплыть на поверхность. Да, вообще. Да, и сходить в пещеры. Здесь у нас есть еще пещерки, в которых у нас остался еще литий и куча всякого другого интересного. Так, подводную лодку мы где-нибудь вот здесь вот запаркуем сейчас. Да, свет нам, в принципе, здесь не нужен. Все, теперь я схожу... Да, он показывает расстояние до этого самого. До суши. Я понял, что это красный. Красный, это, короче говоря, опасность задеть что-нибудь. Значит, короче говоря, я сейчас схожу на остров. И потом мы с вами пойдем искать лабораторию. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.